Всех приветствую на канале Ruined Game. Это на самом деле не прохождение Assassin's Creed 4, это дополнение. Эвелина, ты еще зовешься ассасином? Как бы ты ни звалась, когда-то я помог тебе, а теперь мне нужна твоя помощь. Пейшенс Гибс, девушка сильная и умная. Ее считают вожаком восстания рабов. Из-за нее назначена награда. За ней идет охота. Я пытался пригласить Пейшенс в братство, но она не хочет принять мою помощь. Ты же легенда для рабов, даже на севере в Юпорте. Думаю, к тебе она прислушивается. Ее видели на Козьем острове. Лучше всего искать ее там. Твой друг и брат Конор. По скрипту. Осторожнее в форте и с самой Пейшенс. Знаю по опыту, в страхе она опасна. Ну и вот, играем мы за Эвелину, дополнение так и называется. Вот. Так что... Впервые, на самом деле, я вижу, что мы играем за девушку-ассасина. Не в мультиплеере, естественно. И... Это моя давнишняя мечта. На самом деле, сыграть девушкой-ассасином. Ну и вот, мечты сбываются. Хотя, может, я вижу, где она все спрятала. Я не знаю. Подумай, а то будет больно. Так, минус два. Что тут произошло? Мы сбежали вместе. Она помогла. Сказала, придет корабль. Но нас нашли. Кто помог? Пейшенс Гибс. Наш лагерь прямо за холмом. Они разграбили его и схватили нас. Ее верно держат там. Так, нужно найти нам узников. Ну, дурака. Так, первый союзник найден. Ну, давайте, два брата-акробата, идите ко мне. Идите вы ко мне, бегу я. Умри. Знаешь, где Пейшенс? Кто ты? Зачем она тебе? Я хочу помочь. Скажи, что ты знаешь, прошу. Она боролась, как могла. Ее увели к остальным. К остальным, говоришь? Спасибо хотя бы за эту информацию. Так, нужно его испортить. Привет, друзья. Дын-дын-дын-дын-дын. Оп. Ну! Не бить девушку, урод. Вот скотина. Долго нам тут еще болтаться. Пока не найдем его. Тогда... Так, вот они, рабы. Спасибо. Где Пейшенс Гибс? Исчез она с ними.
Хорошо. Нам одна только цель осталась. Да, только одна цель осталась, и нам нужно испортить этот колокольчик. С собой есть дротики. Мне нужны вот эти дротики. Все, отлично. Кто ты такая? Я хочу помочь Пейшенс Гибс. Там был капитан, командовал. Он еще тут ищет что-то. Он знает, где она. Он послал их. У него много солдат. Тебе придется сперва убить их. Спасибо. Ой-ой-ой! Девушку! Ай, девушку не бей! Тварь. Молодец. Ой, хорошо играю. Тихо, 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 тихо. Я берсеркера, я берсеркера. Родной, не надо так. А ты тварь. На. Нет! Но, фак, блин, так не бывает. Почему такой невезучий? Так, заново. Теперь нам сказали просто найти капитана. Окей. Ух ты, чё ж такое творится-то? Люди добрые! Тихо, 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 тихо. Тихо. Мачете. О, с мачете. Давайте поиграем с мачете. Да хватит, хватит, вот всё. Тихо-тихо-тихо. Так, минус один. Теперь надо просто перезаряжаться. Привет. Отлично! Выстрел в голову. И его помог убить. Здорово. Что, бежим дальше? Бежим дальше. Нашли, видимо, капитана. Это да. Ты? Где Пейшенс Гибс? Что происходит? Стой, кто идет? Ты умрешь. Ой. Отвечай быстро, блин. Давай. Или помрешь. Одну из двух. Ай-яй-яй, какая мне задача. Куда мне идти? В обход. Блин, в обход! Я просто в это дополнение играю первый раз. Первый раз играю в это дополнение. Давай, 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 родной. Привет.
Тебе еще надо, мэн? Конечно же, тебе хватит. Хорошо, хватит. Доктор Джадж заберет ведьму на допрос в Форт Вашингтон. Спасибо. Полетели в ней. У-ху. Почему они именно вот так вот, не знаю, руками вниз летят, как щучками? Они солдатиком не умеют, что ли, летать, я не знаю. Очень странное упущение разработчиков. Дьявол, что они сделали? Их кровь на твоих руках! Ты никогда не получишь амулет! Я всегда на шаг впереди! Поведите. Делайте с ней, что хотите, но она не должна умереть. И запомните, мне нужен этот амулет. Я убью тебя и отомщу за свою мать. Ты его не получишь. Отпустите! Я с вас совсем шкуру сдеру. Ну, я считаю, давайте разобьем это, наверное, DLC на несколько видео, так что... Спасибо за просмотр данного видео. Подписывайтесь на канал, если вам нравится. Ставьте лайки, оценивайте, комментируйте. И с вами был Рома, канал Ruined Run Game. Пока-пока-пока. До новых встреч.